Приветики! С вами Мелис, и мы продолжаем играть House Flipper 2. И сегодня у нас будет необычный ролик, потому что мы не будем обустраивать прошлый домик, мы не будем выполнять задания. Сегодня мы будем... Нет, не обустраивать новый дом. Нет, нет, нет. Ну, может, чуть-чуть. У нас вышло обновление. Я, конечно, запозднилась. Оно вышло в начале, прям марта. Где-то так. И я запозднилась. Теперь давай я тебе покажу и расскажу, что здесь добавили. На самом деле очень много, много интересного. И по ходу еще задания добавили новые. Все мы это посмотрим, все мы проверим. А всякие новые фишки мы как бы на своем доме, так сказать, испробуем. Потому что, ну, как бы, есть что тут делать. Есть что тут делать, как бы, да. Смотрим. У нас по ходу появилось два новых задания. Это здоровый образ жизни для разнообразия. И оставленный дом. Это новый дом, который можно будет купить после выполнения задания. Походу, это какое-то задание. Тапки раскиданы у нас, да. Так. Заданицы у нас тут имеются. По-моему, и тогда. Но тогда у нас было не так много. Слушай, у нас не было вот этого. Завершение перепланировки дома. Новая музыкальная студия. Пространство для малыша, и мы возвращаемся в Пинаково. Так, ну, отлично. Уже радость, что у нас есть какие-то задания. Дальше что? Изменение размера. Теперь мы можем изменять размер предметов. Так, изменить стиль инструменты флиппер. Где мои инструменты флиппера? Я забыла. Так, инструмент флиппера. Дублировать, изменить стиль. Наверное, изменить стиль. А на чем попробуем, слушай? Почва. Нет, так, это не то. А как это сделать? Распознавать в магазине, посмотрев на значок с двумя стрелками, показанный в верхнем левом углу, предварительного просмотра предмета в магазине. Так, магазин у нас. Магазин. О! О! О, смотри, нам даже колонну добавили. Слушай, давай-ка. Давай-ка поставим, например. Вместо вот этой штуки мы поставим. Угу. Так, вот эту нам штуку вообще раздолбать. Давай ее раздолбаем. Оп, отлично. А вот эту штуку как бы поставим вот сюда. Так, а теперь мы сможем тебя изменить. Нет. Во, да, изменить размер. И можем как бы... Хоп. Ага. Так, только нам бы вот эту штуку раздолбать тоже. Отлично. Изменить размер. И знаешь, что наконец-таки добавили? Знаешь что? Я тебе сейчас еще покажу. Ну, слушай, смотрится как-то не очень. Может, давай нам ее скорее передвинуть надо вот сюда вот, я думаю. Для этого нам надо изменить ее размер. Ага, изменить размер раз, взять руку два и переставить. Ну, вроде бы нормально должно быть. Изменить размер, применить. Ну, слушай, вроде неплохо. Почему она подвисает, я не знаю, что за фигня. Они добавили еще новые всякие настройки, по-моему, в графике. Вот. Тут очень много всего. И без понятия, что может вызывать такую штуку. Либо то, что у меня как новый весь экран. Давай полный экран сделаю, и все. Вот. Слушай, ну, неплохо, неплохо. Давай еще колонны сделаем. Так сказать, будем все новенькое добавлять в наш дом. Оп. Колонна. Так. Нам где-то вот так, наверное, надо ее ставить. Ага, и, наверное, где-то, ну, тоже вот где-то... Где-то вот так. Размерчик потянули, поставили. Ну, кстати, идеально, только чуть-чуть вылазит что-то странно. Ну, ладно. Так, дальше тебя давай.
Давай дальше тебя. Ага, тебя бы немного левее поставить. Так, сменить. Тебя бы еще левее поставить. Тогда вот так вот. Вот, наверное, будет идеальным. Угу. Ну, в принципе, да. Только этот еще надо левее будет поставить. Ой, божечки. Так, давай еще тебя левее поставим. И еще вот так вот. А теперь рука изменить. Вот так вот. Ну, нормально. Нормально. Думаю, оно потом все скроется. Так, что у нас дальше? Дальше. Элементы изменяемого размера из категории только песочницы были перемещены в архитектурные элементы, ля-ля-ля. А, вот оно. Карнизы. Колонны и карнизы. А, это мы уже видели, всякие балки. Это всякая балка непонятная, вообще не знаю, куда ее. Балочки новые. Вот такие карнизы крутые. Это, походу, у нас наверх. Да, это у нас, походу, плинтуса, типа. О, как круто смотрится. Слушай, прикольно. Ой, слушай, и уголочек встал даже. Блин, а как красиво теперь, слушай, смотрится. Прям обалденно на самом деле. О, и спокойно можно вот так что угодно обделывать. То есть, ну, не надо двигать мебель. Блин, как круто. И как раз нам по цвету подошло. Видишь, уголочки сами встают. Прикольно. Слушай, мне нравится. Оп. Дальше вот там вот. Хоп. Видишь, нам даже ничего не надо здесь двигать, по сути-то. Типа хоп, ставишь, и уголочек даже появляется. И посмотри, как она смотрится реально красиво. Ну, типа, вот. Ага. И как бы, ну вот. Ага. Интересно, а можно что-то изменять? Например. О. О. Смотри. Вот это прям, типа, ну по наш пол. Как бы. У нас вроде пол такой же. Можно я присяду? Нет. Ну, слушай, мне кажется, вот светленькая смотрится, наоборот, даже получше. Хотя вот это под цвет. Давай сюда изменим. Нет, что-то мне не нравится. Мне не нравится, нет. Мне реально нравится... Мне нравится вот это вот. Вот, светленько. Очень красиво смотрится. Неплохо. Так, ладно, давай продолжим. Давай уже все. А, подожди. Давай отсюда тогда начнем. Оп. Отличненько. Так, оп. Ага. Так, ну, это вот здесь мы сделаем. Да. Дальше, ну, нет. Вот. Ага. Вот так вот. Угу. Вот так вот. Угу. Так, ну там уже-то и не нужны плинтуса, по сути-то. Там у нас уже все. Так, ну у нас там есть. Можем вот здесь. Вот. О! Красота, слушай. Хорошо. Это мы сделали. Это нам понравилось. Колонну мы не трогаем. Так. Стыковочный порог. А, между разными... Ага, вот, типа, вот этой херни? Или чё? Но оно не влезает. А что за стыковочный порог? Не пойму. Молдинг. Так, это то же самое, только, ну, как бы, вот мы понимаем. Вот такое у нас есть. Вот это тоже. Это, кстати, можно, думаю, в принципе, и наверх. А зачем это, не пойму. Какая-то балочка. Балка. Ну, прикольно. Крышу мы будем делать, но крышу это просто капец, ты не поверишь. Крышу делать это, ну, это писец. Это надо будет нам леса ставить. Вот смотри. Ой, ёпта.
И... Нет, я даже не хочу пытаться. Я пока даже не будем это трогать. Какой-то забор. Можем поставить себе. Ну вот, например. Ну, неплохой, неплохой. Сейчас скажу, вместо вот этого вот стрёмненького разноцветного, можно вот такой сделать. Как по мне. Так, отлично. Что у нас дальше? Заборчик. Вот это колонна, колонна. Ага, ого, ёпта. Ни хрена себе ты широкая. Отлично, у нас есть теперь колонны, разные заборчики. Вот раньше у нас вот там деревянные доски какие-то стрёмные были. Вот забор еще добавили. Крутой, кстати. Балки вот эти были кривые. Вот какая-то колонна странная. Ага. По-моему, она даже была. Забор. Вот этот молдинг. Стеклянный потолок. Стеклянный потолок. Стеклянная стена. Оу, щит. Вау. Слушай, это бомбически. Еще вот, смотри, какие колонны красивые. Только широкие до задницы, пипец. Окей, вот это просто бомба. Вот это можно как бы, ну, уголки классные всякие делать, декоративные. Хорошо, здесь мы все посмотрели. Давай здесь у нас посмотрим. Ну, это мне не интересно. Леса, все дела. Угу, двери. Двери. Это у нас было двухсторонние, я не помню, по-моему, были. Это у нас все были двери, в принципе. Балконные двери. Вот это вот не помню. Так, у нас кондиционер появился, по-моему, его раньше не было. Блок предохранителей. Каминчик был, все, в принципе, тут было. Отделка. По-моему, добавили новые обои. Новые цветочные обои добавили. Раньше их тут не было. Так, что у нас еще интересного? Ну, вот этого, да, не было. Рыбы какие-то стрёмные. Это вот. Брусчатка. Это не помню. Это не помню. Плитка хромированная. Вот этого нет. Замшевый ковер. Они добавили ковры. Мы можем в ковер что-то просто поселить. Да хватит лагать. Надо будет переустановить. Вот, шторы добавили. Слушай, наконец-таки мы сможем спокойно, 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 спокойно взять. И повесить, наконец-таки, что-то. Вот реально, ну серьезно, ну наконец-то, ну пожалуйста. Вот. Вот, и все. Мы сможем, кстати, изменить размер. Да, ну что-то не сочетается, не смотрится. Ну, ладно. Ладно, давай-ка изменим, смотри. Зачем ты продал? Китаец ты. Китаец ты. Продал, блин. Нормально. Так, ну давай белый. Ну давай, ладно, чисто какой-то вот такой замшевый, прекрасно. Вот. Слушай, ну нормально, почти. Почти. А что у нас тогда с маленькими шторками? Давай повесим. Попробуем, посмотрим. Ну это огроменные, слушай, шторы. Куда мне их? Они слишком большие. Шторы венны. А, вот такие шторы. Вот такие шторы. Вот такие вот шторы. Кстати, почти мне подходит, только надо чуть пошире. Вот. О! Вау! Давай изменяем. Изменяем цвет, размер и тому подобное. Так, это у нас металл. Да. Давай, что у нас по цвету? По цвету можно, в принципе, как бы белое сделать, чтобы было светлее. Но мне не нравится вот это вот дело. Ворсистый ковер. Повесим на шторы. Ворсистый ковер. Кожа. Но смотрится, да, как бы... интересно. Кожа аллигатора. О, ну вот это глянцевая кожа. Даже незаметно, что кожа, как по мне. Замша. Ну, замша вот норм смотрится. Ну, вот беленькие шторки висят.
Я смогу их там открывать? Нет, жаль. Вот что плохо сделали они. Нельзя, короче, открывать, понимаешь? Вот нельзя их открывать, получается. Вот мне это не нравится. Давай сюда повесим тогда вот эту штуку. Интересно, она встанет? Она не встанет. Она не встанет, понимаешь? Встает. Может, здесь надо балку повесить, поставить какую-то? Чтобы они повесились. Может, надо реально какую-то балку? Ну, не такой же кусок балки. Балка. Да ну и не такую шлангу. О, божечки. Так, ну и чтобы повесить? Нет. Нет, а что-то маленькое. Деревянная доска. Нет. Может, колонна, но наоборот? Нет, она слишком огромная. И эта балка слишком огромная. Слушай, ну, я не скажу, что прям лучше смотрится. Блин, я переустановлю игру. Какая-то фигня происходит. Не очень. Что-то какие-то зависания дурацкие. Так. Ну, мне реально больше нравятся вот окна и окна. Это бы, кстати, изменить размер. Интересно, мы можем изменить размер? Нет. Жалюзи. Слушай, а ну, офигенно. У нас тут, оказывается, жалюзи. Они добавили, что ли? Раньше ж не было. Досы какие-то. Подоконничек, это мы знаем. Угу. Тут мы цветок убрали. Прикольно. Ладно, пусть это висит. Что у нас дальше? Текстиль мы смотрели. Новый бонус. Заслуженный отдых, который позволяет вам спать в кровати. 4 новых специальных покупателя. Всего 11. Ага. То есть, если мы, когда наступит ночь, мы сможем просто пойти и поспать. Слушай. Но это, видимо, когда ночь наступит. Сейчас просто так мы не можем лечь спать. Хорошо. Дальше стон. Две новые сборки. Подвесной и стоячий купонный шкафчик. Дальше игрушечные поезда. Ля-ля-ля. Новый звук мытья окон. Это было так важно. Ладно, дальше. Индикатор выполнения задания с красивой анимацией при получении всех 3 звезд. Новые предметы. Смотри, у нас есть тремянка. Горшки милые для растений. Давай посмотрим. Так, цветочки. Цветочки, давай посмотрим. Во, гиацинт добавили. Посмотри, какой красивый. Вот этой штуки не было интересной. Бамбук. Это что я, в принципе, помню. О, крокусы. Посмотри, какие некрасивые. Их не было реально. Вот этих штук, по-моему, не было. Лаванда есть. Нарциссы. Их не было. Их добавили как раз-таки к 8 марта. Так, давай-ка я. Так, глазки начинают слезиться аж. Так, тюльпанчики. О, сколько много тюльпанчиков. Красота. Хорошо. Это мы видели горшочки. Какие-то милые добавили. Во, посмотри, какие милые горшочки. Медвежата. Смотри, какой классный. Смотри, какой классный. Ну не лапочка ли, а? Ну посмотри, какая прелесть. Улитка. Вот этих, по-моему, не было. Слушай, красиво очень. А дай-ка я цветочек какой-то новый туда посажу. Он маленький, большой, интересно. О! Красота. Блин, круто. Очень круто. Так, что у нас здесь? По растениям. Какие-то кустики. Добавили кустики. Вот эти розы. Нет, были они. Вот, короче, походу, вот эти вот кусты добавили. Их можно изменять по размеру тоже. Вот что.
Пальмы, ага, большие деревья. Ну, это вроде тут все более-менее такое было. Хорошо. Заборчики. Вот тут у нас, помню, куча всего и ничего толком нет. Ну, толком ничего не изменилось. Походу, ничего не изменилось, ничего не изменилось. Ничего не изменилось, ничего не изменилось. Осталось только вот это вот. Хорошо. 5 видов растений, 12 новых весенних узоров, которые можно использовать на предметах. Ага. Больше зеленых лоз, рюкзаки, сумки, обувь, перчатки, шапки, термостат, очиститель воздуха и робот-пылесос, подушки, шторы, жалюзи. Безделушки какие-то, два новых проектора, плакаты, клуб изменного размера. Теперь мы сможем, кстати, картины и плакаты менять на свою какую-то картинку, как в первой части. То есть мы загружаем какую-то свою картинку, и вот тебе свой плакат, какой ты хочешь. Это круто. На самом деле, как и было. Игрушки для детей 12 штук. Спортивное оборудование, гольф, спортзал, аксессуары для художников, уход за волосами, обеденный сервис, аксессуары для ванной комнаты, комплект для прихожей, офисный набор, комплект гостиной, стеллажи. Давайте посмотрим это все. Так. Вот. Из еды столько всего не было. Вот это вот прям всего не было из еды. Вот этого вот не было. Вообще. Так, что у нас тут еще? Перчатка. Вот, одежда. Они про вот эту одежду сказали, видимо. Угу. Мы можем ее пойти, кстати, повесить. Пошли повесим. Ик. Давай-ка. Так, а давай-ка мне это как бы, ну, скроем большую часть. Вот, вот так вот. Давай-ка одежду повесим. Оп, нормально. Дальше кофточку какую-то. А я на тебя могу? Нет, походу только вот сюда могу вешать. Ага. Ну, кепочку можем вот, ну, тоже, слушай, ну, повесить, наверное. Вот так вот. О, ну, слушай, уже живенько стало, уже живенько. Ой, да это мы все знаем. Бутылочки всякие интересные. Интересные бутылочки. Ага. Интересно. Хорошо. Кстати, из еды у нас тут куча всякого. Давай тут болгарский перец, например. Нет, мы его сюда не положим, походу. Не можем положить. Виноградик. Ну что ж за дела, почему ты не кладешься? Конфетки. Давай хоть конфеточки положим. Да, блин, возьмись. Дальше что у нас? Лимончики. Они у нас тоже были. Апельсиночки. Игрушка. Почему-то не ставится. Ладно, дальше идем. Так, это у нас все было. Угу. Что дальше? Банка. Угу. Что это? Трость. Костыль. Костыль. Поручни. Боже мой. Белая трость. Ну, мне кажется, ну это зачем вообще? Это зачем? Это поручни снова. Зачем тут добавили штуку для инвалидов? Я не понимаю. Пандус для инвалидной коляски. Не понимаю, серьезно. Чипсы картофельные. О. Валяются. Кофе. Упаковочка. Так, кофеечек, кофеечек. У нас будет тут стоять. Пусть вот тут стоит кофе. Угу. Дальше что у нас? Обувь, сумка. Слушай, круто. Блин, живенько теперь у нас тут будет. Давай сумочку поставим сюда. Сумочку. Вот сюда вот поставим сумочку. О, не влазит? Не влазит, слушай. Давай. А обувь куда? А у меня обувь некуда ставить. Ну, все, хана. Так, вот сумочка, если интересно. А это? Ага, раз сумочка. Так, дальше. Два сумочки. Ох, ёпта, сумочка-то какая.
Вот так. Дальше молоко всякое. Угу. Это все было у нас. Корзина для белья. Вот это вот не было. А коробка для ватных палочек не было. Не было. А это, по-моему, магнитики. Магнитики на холодильник. Слушай. О! Крыса какая-то. Звезда какая-то. Так, что у нас тут? Угу. Ананасик. Прикольно. Прикольно. Чашка красивая. Бутылка оливковое масло. О, это дело нам нужно. Пусть стоит, пусть будет. Дальше что у нас? Острый соус. Я уже думала, это другая бутылка. Так, тарелки. Посмотри, какие красивые на самом деле очень тарелочки. Так. Оп, у нас тут как бы чуть-чуть неровно. Давай-ка я это дело поправлю. Тарелочку возьму вот сюда одну. Это мы как бы вот сюда. Тарелочку два сюда. Сики мы туда уберем. Это мы как бы вот сюда. Ага. А вот это мы как бы все, слушай, продадим. А пицца, по-моему, туда не кладется. Да, пицца у нас туда не кладется. Давай вот это пока продадим. Это пока нам не надо. Мы пиццу сюда поставим. Вот такой у нас пир будет. На весь мир. Дальше. Что у нас интересного это все было? Вот сумка, консервная банка, упаковка сахара. Час модульного стеллажа. Вот это вот подобавили. О, бутылка. Совершенно обычный напиток. Видишь, совершенно обычный напиток. Вот об этом тут как бы пишут. Совершенно обычный. Но мы-то знаем, что это не совершенно обычный напиток. Термопак, так сумки. Новые средства какие-то. Сумка снова. Угу. Понятно, яйца. Ага, оборудование для ванной комнаты. Так, что у нас здесь? У нас вот такая, по-моему, появилась. Раньше я ее не видела. Ну, вроде бы все. Кровати. Я не особо помню за кровати. Но появилась детская, походу. Появились детские кровати. Появились, по-моему, вот такие кровати. Таких точно не было. Двухъярусных, по-моему, реально не было. Дальше. Что у нас тут есть? По-моему, ничего. Ничего у нас здесь не появилось. Декоративные. О, смотри, всякие фигурки классные. Енот. Енот. Ключик. Фигурка снова какая-то. О! Они такие еще большие, слушай. Это что вообще? Наклейка? А, это наклеечка. Наклеечку можно наклеить. О, снежный шарик. Прикольно. Красиво. Коробка для игры. О, на стену. О, боже. А ну-ка. Да вы шутите. Да вы шутите. Ты, короче, ты идешь такой? Оп! А тут уже поджидает тебя рука такая крутая. Как тебе? Не, забавно, слушай, забавно, интересно. Прекрасно, мне очень нравится. Хороший стиль, оставляем. Я бы так и оставила. Так. Угу. Угу. Что это? Для зонтов подставка. Понятно. Так, зеркало. О-о-о, такого зеркала у нас не было. Красивое. Знаешь, что я думаю с этой комнатой сделать? Раздолбать нафиг. Вот так мы неожиданно перешли от просмотра зеркала к раздолбливанию стен. Да. Именно вот так. Мне здесь просто появилась новая идея. Я решила не затягивать. Потому что я все равно не знаю, что здесь делать. А теперь я знаю, что здесь делать. У нас есть обновление, о котором я еще не сказала тебе. И об этом еще не написано. У меня есть тут идея просто.
Отлично. Так, давай берем мы... Сейчас мы это давай досмотрим. Так, это мы все знаем. Это все было. Будильник было. Новая фигурка робота. Ага. Вазы, по-моему, они были. Так, это было, это было. Вот этого вот не было. Прикольно. Прикольно. А это рамка для фотографий? Неоновая, что ли? Как, а как ты работаешь? Пользовательская картинка. А вот, так мы сможем добавлять что-то. Что угодно. Вот. Прикольно. Ну, по-моему, мы можем еще свое. Да, мы это можем свое добавлять, но я не буду. А тут там такое будет. Так, новые плакатики. Угу. Угу. Ага, вот эти прекрасные мужчины, по-моему, это из первой части. Бесподобные просто. Так, вот новые плакатики появились. Вот этого я не помню. Вот этого я не помню. Это скульптура. Как будто туда можно посадить что-то. Кого-то. Так, я хочу белую краску. Надо все закрасить. Хочу все закрасить. Давай мы это все с тобой закрасим. Сейчас я тебе покажу свою идею более-менее. И просто покажу обновление. Краска закончилась. Ага. Тут еще и пол надо будет постелить. Так, ну... О, господи. Что за ужас? Кто этот дизайн сделал? Кто это выполнял? Кошмар какой. На самом деле... Какой кошмар. Какой кошмар. Так. Зачем я это делаю, не пойму. Ладно. Так. Вот это мы тоже белое покрасим. Это мы покрасили в белый. Отличненько. Надо соблюсти стиль, как у нас на первом этаже. Я хочу тоже оранжевое такое. Рассказать. Ёпта. Ага. Кажется, если мы вот это покрасим в белый... Вот это у нас будет того цвета. Да. Вот это, кстати, я продаю. Сюда нам надо просто стену. Замуровываем это дело. Нам здесь нужна просто стена. Хотя, слушай. Хотя, слушай. О, ёпт. А, ага. Ага, понятно. Окей, давай теперь используем новую огородочку. Я думаю, вот такая хорошо впишется. Думаешь? Но она слишком большая. Мне кажется. Большая. Что-то вот прям поменьше. Ну вот прям большая. Что насчет стеклянной? Хватит трястись. Ёпта. Это фигня. Простите, какая-то фигня. Я лучше сюда стену дострою. Так, ладно. Смотри, что я хочу тебе показать. Это, по-моему, у нас где? Не помню. По-моему, где-то здесь должно быть с оборудованием. Вот, давай возьмем каминчик. Вот такой вот красивый. Видишь? Вот оно. Работает камин теперь. Теперь камин рабочий. Раньше, если оно не работало, то теперь все спокойно работает. Также работают свечи.
Вот, смотри, можно хоп и выключить. А можно хоп, включить. Ну не круто, ля. Ну не круто, ля. О, красиво ж, красиво. Так, теперь я хочу копировать стиль. Давай постелим сюда. Вот. Так, это мы продадим. Это пока оставлю. Так. Давай сюда какие-то еще дальше. Давай дальше смотреть, что у нас тут есть. Так, утюжочек. Ага, клавиатура, мышка, тому подобное. Это все было. У нас это все было. Это у нас здесь все было, по сути. Дальше. Хобби. Вот тут подобавляли самокат. Коврик для танцев. Спиннер. Спиннер. Спиннер добавили. Жесть. Фигурки. Вот, спортзал добавили. Посмотри, какие тренажеры. Смотри, какие тренажеры. Ну, не круто ли? Так, сюда. Вот. Блин, прикольно. Что дальше у нас? Мольберты. Мольберты спокойно можно ставить. Ну, там банка, краска, клей, карандаш. Понятно, вот это все мелкая декоративщина. Нам декоратив. Ну, и тут куколки, все понятно. Что у нас интересно, тут еще сколько? Ничего. О, робот-пылесос. Смотри, его станция. Раз. Его станция, например, хоп. И робот-пылесос. Туда его. Оп. Потом уходит, сам убирает. Можно я его включу? Нет, жаль, его нельзя включить, слушай. Я бы его включила. Так, а что можно по цвету? Вот. Прикольно. Корпус. 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 А! Вах! Вах, как красиво! Дальше. Это техника у нас. А, вот это, по-моему, добавили. Такой не было. Вот эти потолочные лампы странные добавили. Куда их, как их, я не пойму, что с ними происходит. Они какие-то кривые. Уголочные, окей. Прожектор какой-то. Такая. Что это? Что это такое? Что это? Господи. Это лягушатина. Вот, добавили. Смотри, как красиво. Это будет очень красиво, я думаю. Не знаю, что это, но это будет, походу, очень красиво. А ты что, работаешь? Вау! Ничего себе! Ничего себе! Красивка. Так, сиденьем. О, да. О, да, добавили что-то королевское, слушай. Давай вместо черного. А ну-ка, мы можем реально оранжевый? Чё за королевский стиль, а? А? Чё за королевский стиль? Я не поняла. Бомба. Бомба, слушай. Так, чё у нас тут ещё? Табуреточку, походу, добавили. Детское что-то. Вот это было у нас. Вот оно. Вот оно. Красота неописуемая. Вот это добавили. Вот это, походу, добавили. Вот эти стулья. А, кресло геймерское и все. Дальше. Давай, стой. Пойдем в декор. Там добавили что-то такое интересное. В конце. Вот она. Скульптурики. Разные.
Разные интересные скульптуры. Так, робот. Тебе тут как бы, ну, слушай, давай на второй этаж. Иди на второй этаж, хорошо? Давай. Вот тут вот стой, хорошо? Вот тут вот усуйся. Вообще, вообще не вписываешься туда никак. Никаким образом. Вот. Вот, нормально. Вот, вот так вот. Я бы тебя даже сюда вот поставила, вот так вот поближе. Вот так вот. Это что за штука? Куда ее? Куда и на кого? По-моему, там есть такой похожий стол. Что это? Ага, это даже не стол. Вот интересная штука. Ее бы по цвету другую сделать. Было бы бомба. Наподобие вот такого, кстати. Да. Явно что-то очень интересное. Так, еще одна скульптура. Еще одна странная штучка. О! О! Непонятно, но вот это нам пойдет. Она нам пойдет очень классно. Вот это убираем. Вот эту сюда вставляем. О! О! Так, я еще видела что-то. Что я видела? Что я видела? Я помню, видела столик маленький. Маленький столик. О, как раз к столам пошли. Так, вот это, походу, что-то странное добавили. Это полочка. Это полочка. Вот это что-то. Ничего себе. Прикольно. Интересно. Интересно. Консольный столик. Консольный? Насколько он консольный? Вы про консоль, которую я думаю? Мне кажется, нет. Там такое не нужно. Вот это, снова вот это вот что-то вот непонятное. Вот это вот детская комната, походу. Вот такой стол добавили, раньше его не было. Чисто зеркальный. Крутый. Крутый, понимаешь? Крутый. Ага, крутый. О! О, да. О, да. О, да. Мы можем размер изменить? Жаль, нет, кстати. Так, все. Вот у нас типа все. А, интересно. И что-то еще. Вот. Смотри, какой крутой. Чисто, чисто. На улицу. Блин, круто смотрится. Почти. Я бы сейчас добавила еще каких-то горшочков. Классных. Только нормальных. Громче давай сделаю. Тихо стало. Так, какие-то горшки нам нужны. Прям, знаешь, такие не маленькие. А, ну, слушай, вот. Вот тебе горшок, слушай. А какие есть? Маленькие еще горшочки? А есть прям большие, да? Нет, нам золотой стиль. Нам только золот. Нет, нам золот. О, просто все золотое. Слушай. Дорого, дорого, красиво. Дорого, красиво. Но вот это вообще не в тему вписывается. Я бы ее продала. Давай, цветочки. Что-то из новенького. Из новой коллекции. Это у нас они большие. Они нам туда не влезут. Надо что-то маленькое, низкое. Вот типа вот таких, наверное. Вот, кстати, да. И залезу, дайте пролезу, что ли. Туда не влазит оно. А такие штуки влезут? Кстати, влезут.
Своей клумбой? Своей клумбой можно куда угодно, я смотрю. Так, нарциссы, ну как-то, ну слушай, ну нет. Надо что-то более низкое. А чё бы нет, слушай. Я бы еще даже, знаешь, напольную бы. Короче, она снизу шла. Слушай, нам это надо. Слушай, нам вот это надо. Нам нужен горшок напольный. Срочно. Я вот эту хочу штуку поставить. Она должна быть длинная и узкая. Я про горшок. Какой-то вот, ну, наподобие такого, на самом деле, наверное, горшочка. Ну, не настолько, конечно, большого. Ну, давай. Или настолько большого. Здесь хватает места? Здесь места хватает? Вот она. О! Бомбически. Бомбически. Только вот эту хрень надо перекрасить, реально. Вот. О, боже. О, боже мой, как это прекрасно выглядит. Так, ну, вот на эти штуки мы посмотрели. Можно продавать. Пока. Пока можно их продать тогда. Так. Туда штуку, вот эту вот так вот. И туда еще одну розу хочу ставить, такую же. Тогда... Оп. Можно как бы, ну, вот сюда вот чуть-чуть поближе. И где она у нас? Вот тут вот. Оп, это вот такая, а вот это, ну, вот такая. Нет. Не нравится мне. Если вот такую. Нет, не нравится. Они должны быть одинаковыми. Все. Они должны быть одинаковыми. Конечно, ее поставила не туда. Отлично. Я ее просто на пол запихнула. Ну, а как еще? О! Посмотри, как красиво. Ну, слушай. Чисто, реально, дорого, богато. Теперь люстра нужна другая. Теперь нужна срочно другая люстра. Продаем. Что у нас из новых люстр? Люстру. Мы уже ролик затянули. О, божечки. Божечки, давай сейчас быстренько. Что-то из нового. Так, потолочное. Потолочное что-то, ну... Это? Или вот это? Вот это. Ну, вот это. Ага. Это у нас за что отвечает? Не знаю, за что. Почему вы за это отвечаете? А ты за что отвечаешь? Давай ты будешь отвечать за вот это, вот это. Вот это. О! Слушай. Ну не круто же, а? И вот сюда еще теперь повесим... Вот эту штуку на окна. Называется-то. Вот. Можно, кстати, шторы. Можно, кстати, штору повесить во всю длину, ширину. А, можно просто это чуть-чуть это двинуть, возможно. Вот так вот. И повесить шторки. И цвет поменять теперь. Давай поменяем цвет. Я не знаю, на какой. Можно поменять спокойно на белый. Вот спокойно на белый какой-то можно поменять. А можно поменять на какой-то, может... Так. Тут золотого нет. Ну, слушай. Я вот думаю, нормально? С оранжевыми.
Я думаю, ну, знаешь, изюминка, интересно. Я думаю, нормально. Ты думаешь? Я думаю, нормально. А я бы, может быть, еще что-то. Вот сюда, кстати, смотри, что. Декор. Сейчас я тебе не допоказала. Я же тебе об этом сказала. Свечи. Свечи. Их тоже можно зажигать. Давай сейчас я их найду. Я не знаю, где они. Вот тут, по-моему. Где-то вот тут вот. Вот они. Золотые позаза. Позаза золотые. Детали нет. Мне вот ток золота. Ток золота пойдет. Слушай, вот ток вот это вот. Ага, смотри. Видишь? О! Видишь? Горят. Горят. Ну красиво. Ну красиво. И сюда можно будет поставить какую-то там свечу даже. Оп! Просто вот включить. Оп! Красиво. Мне кажется, круто. Кажется, вот прям реально неплохо. И сюда на стену не хватает какого-то тоже вот такой какой-то бры новой. Но у нас новой бры никакой, кстати, нет. Типа вот это, но это не на стену. Ну, это не на стену. Ну, это потолок. Ну, это не на стену, это не та бра, которую я бы хотела. Так что вот так вот, слушаем. А, может, мы из этого еще сделаем что-то интересное? Ну, в принципе... Нормально, только уже много всего. Уже все, это уже не надо, это лишнее. Вот, все. Я думаю, вот так вот мы вот это и оставим. А, я тебе вроде бы все показала. А, сейчас даже могу посмотреть, что у нас тут есть. Осталось. А, изменения всякие. Там ля-ля-ля. Пятна там помещены туда-туда-то. Анимация добавленная, исправления всякие. Ну, короче, все. Больше ничего у нас толком... не добавили. Возможно, вот это все. Мы еще много чего, конечно, не посмотрели. Мы не посмотрели там крышу, еще что-то. Все, что можно изменять. Вот эти размеры можно изменять, тянуть, короче. Нет. Только тогда жалюзи можно тянуть, изменять. Но вот то, что мы сделали, это просто бомбически. Как по мне, вот просто идеально. Если ты согласен, ставь лайк или напиши что-то в комментариях тоже. Все, спасибо тебе за просмотр, за твой лайкосик. Нажми на колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих роликах и стримчиках. И не забудь переходить в мои соцсети, там много чего интересного, например, в телеграмчике. Все, всем пока-пока.